За моей спиной начинается церемония награждения участников конкурса «Учитель года Алтая-2019». В нем приняли участие 24 педагога из городов и районов Алтайского края. Лауреатами стали 6 человек из Бийска, Барнаула, Кытмановского, Рубцовского и Алтайского районов. Этот конкурс дал мне очень много новой информации, много каких-то вселило много очень меня уверенности в том, что все-таки я могу, что я все-таки в своей профессии, и все-таки это хорошо получается. Основной методикой было проблемное обучение, и на разных этапах были разные. Где-то было проблемно-ориентированное обучение и диаграмма Фила, да, где-то была классическая дискуссия в рамках проблемного обучения, то есть основа проблемная. Расскажите, за кого болеете сегодня? Я болею за Заринцев. Учитель истории и обществознания школ номер 2 город Горняк Локтевского района Вера Алексеевна Танага. Я болею за учителя информатики своей школы. Откуда? Город Барнаул, 107-я школа. Победителем этого года жюри единогласно признала Александра Чернобаева из Кытмановской СОШ номер 1. Я буду продолжать учительскую деятельность, потому что мне нравится работа с детьми. Я постараюсь делиться опытом с другими учителями, выезжая в другие районы и показывать то, что я могу. Александр Чернобаев получил возможность представить наш регион на всероссийском этапе конкурса в городе Грозном. У Александра есть время, чтобы подготовиться до октября, а сейчас он получил 300 тысяч рублей премии, путевку в санаторий и новенький компьютер на рабочее место. Дарья Демиллер, Алексей Фризин, наши новости.